Вокруг тебя все местные мужики увиваться будут. Чем могла в доме от местных мужиков. Чтобы построить дом, нужно купить землю. Для этого нужно иметь дружеские отношения с ярлом соответствующего населенного пункта. Получить титул Тана вместе с титулом личного телохранителя. Ярл назначил меня твоим хускар. Ярл признал, что ты имеешь особую ценность для этого владения. Ты герой. Да. Титул Тана — это почетный дар за твою службу. Если скажешь страже, кем ты являешься, они могут закрыть глаза на некоторые вещи. Я присягаю тебе на верность, как своему Тану. Я буду охранять тебя и твое имущество ценой своей жизни. Ярл признал, что ты имеешь особую ценность для этого владения. Ты промахнулись. Титул Тана — это почетный дар за твою службу. Если скажешь страже, кем ты являешься, они могут закрыть глаза на некоторые вещи. Честь тебе, Тан. Так напарника можно уволить, промахнувшись. Теперь нужно искать управляющего, чтобы купить у него землю под строительство дома. Цена 5000 стабильная, не зависит от прокачанности торговли. Я здешний управитель. Я служу. There's no house available, but I could sell you a fine piece of land where you could build your own house. You won't regret it. Here's the title to your steading. Follow the road east from Falkreath, then north at the crossroads. Turn left, just past Pine Watch. North east. Сидгейр может иногда действовать поспешно, но он прислушивается к нашим с Хелвардом советам. Поместье пока не открыто, так что быстрое перемещение невозможно, будем бежать от ближайшей локации, открытой. Поставим маркер на поместье, по нему побежим. Прибыли в поместье.
Нет. Это пока застава. От нее бежим. Вон там сверху курсор. Маркер. Голубой. Зеленеет. А вот и поместье. Распиленные бревна. Потом из этих распиленных бревен мы создадим цельные балки. Загадка Скайрима. Стоит дом построить, нарисуем, будем жить. Телохранитель уже простудилась. Месторождение глины и каменоломни, но они потом появляются. Пока для начала в сундуке стройматериалы есть. Здесь нужен железный слиток. Берем его в сундуке. Готовили гвозди. Полистаем в руководство начинающего землевладельца.
обязательно нужно было скрыться, войти. Вот что значит воспитание. Молодец. Заработка денег можно использовать добычу глины. Это нон-стоп режим. Вы можете пить кофе, принимать ванну, а герой будет за вас работать. Сражение глины. Очень удобно. Тут же, чтобы далеко не ходить, можно продать. Оставим ее, пусть поработает до утра. Вы попили кофе, но она все работает. Можно периодически навещать ее. Кнопка Tab не работает, но можно нажимать I, инвентарь, и проверять, какой перегруз и сколько глины она добыла. Пока хватит. Нужно сбыть, пойти, чтобы облегчить раницу, а то бегать не может. Вот она еле движется. Такой кошмар. Бумс. Бумс. Здесь недоварня Ханнинга, чисто случайно, рядом с глиной, месторождением, есть куда сбыть. Где у нас вход? Тут вход.
Что привело тебя в Вайтран? Есть что-то на продажу? Знаем, но не скажем. Что у тебя есть для меня сегодня? Ничего незаконного, надеюсь. Да как вы могли подумать такое? Что привело тебя в Вайтран? Заплачу по обычному тарифу гильдии. Давай-ка посмотрим. Татуировка. А, это наш приятель из гильдии воров. Ну ладно. Так. Деньги, есть товары. Думаю, мы договоримся. Да. Вот, играющий. Сделай одолжение. 1000. Если будешь говорить с Мавен, скажи ей, что тут все в порядке, ладно? Естественно, Господи. Вампиризма. На свету плохеет. Плохеет. Но не до смерти. Но помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Кстати, о доме. Вот, куда мы денем излишки глины. Ай! Много слишком оставили. Решен главой гильдии. Цены выгоднее на 20%. Амулет артикуляции. 35 красноречию. Давненько тебя не было на медоварне. Есть да. Что-то интересное для меня? Что привело тебя в Вайтран? Заплачу по обычному тарифу гильдии. Давай-ка посмотрим. Сделай одолжение. Если будешь говорить с Мавен, скажи ей, что тут все в порядке, ладно? Побежали, побежали. Перемещаемся на ранее купленный участок земли. Под строительство дома. Живописное место на берегу. Озеро.
черновой пол. I await your orders, Thane. Наш боевой Хускарл. I'll stand guard here. Только Таны могут упаковать землю под строительство. Книжечку взяли. Бросили бумс. Но это мы, конечно, далеко бросили. А мы его в сундучок положим. Сейчас построим стену.
камня у нас пока напряжённо. Гвозди. Так, крышу можем. Бабочки. Четвертый день Соколиный Глаз заметил, что четвертой стены вообще нет. Залежи глины-то, оказывается, здесь есть. А здесь железная руда. Она регенерируется. Немного добываем. Это у нас следующий день, наверное, через сутки. Можно опять добывать. Но глина нам нужна была около медоварни, чтобы делать деньги в отсутствии игрока. Грабик нами интересуется. Наверное, хочет съесть. Ну, еще хотя бы камешек. Камешек. Да. Если есть железная руда и глина, значит, где-то должен быть камень. Нет. Хурскал. Напоминает о себе кашлю. Тут камень. Булыжнички.
кирка. Какая прелесть. Позаботились о нас. Интересно, каменоломная такая же нон-стоп. Как добыча глины. Или нет? Добытый камень. В отличие от глины, камень стоит 2 злота. Может, около медоварни тоже можно купить землю. Раз там залежи глины. А может, просто так. Да, явно нон-стоп. Одно плохо. У нас нет... Нет у нас... кузницы. Чтобы с рудой делать железные слитки. Так, железные детали. Ой, как много. Ой. На дверь больше. Материалов уходит, чем на дом. Еще бы залежи корму-то нам. Железных слитков у меня нет.
Да. Если хочешь чего прикупить, у меня есть тут пара вещиц. И внутри еще побольше. Чудно. Думаю, ты не пожалеешь о своем решении. Надо поддерживать малый бизнес. Вот спасибо. Мне это очень пригодится. Только лучшее оружие и броня. Если что понадобится, загляни в магазин. Домой. Интересно, зачем нужно? Мед. Медовару будем забывать.
Нет. Ах, какая жалость. И пристройки. Что? Да ничего, ничего. I await your orders, Thane. Мы построили дом, подвели крышу, установили дверь. После этого можем нанять... назначить управителя дома. Домоуправ. I'd be honored to be your steward. You've built a fine steading here. Certainly. What did you have in mind? Зачем парк, ну понятно, ну ладно. Услаждать слух, когда будем трапезничать. Угу. Угу, конечно. Прежде чем покупать коня, нужна конюшня. Что тебе для меня честь снова видеть тебя, Тан. Certainly. What did you have in mind? Ah, good. There's one I've had my eye on. I'll see if it's still for sale. До встречи. Ну, да, вот конюшня. Где конь? Я твой меч и твой щит. Ладно. Пойдем глянем. Может, он через сутки только появится. Опять плохеет. На солнце. Конь. Она и сама хорошо скачет. Вот спортивная какая девушка.
на железо все не хочет появляться. О! Здравствуй. Нет. Это кнопка. Пардон. Такой у нас домик. Для красоты. Ход чуть-чуть не работает. Ну ладно. Неужели научилась верхом драться? Она вообще... Прямо как Mount and Blood. Ох, какой! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Упс. Ну ладно, на этой оптимистической ноте мы прерываем наше повествование. Всем приятной игры. Один из строительных материалов, необходимых для постройки дома, древесина. Ее можно купить на любой лесопилке. Можно купить, можно напилить. Чего? Во время работы Хьорун относится ко мне как к ровне. Сколько? Вот, 200 золотых, 20 штук. За такую цену? Само собой. Сколько? Нет, я так не думаю. Бледный. Но не у него так было.
еще у этого жадины. Поедем домой. Чего тебе надо? Во время работы Хьорунат сколько? За такую цену, само собой. Ты... Участок земли у озера можно купить в Фабкрите у управляющего местного феодала. Управляющий
Честь тебе, Тан. Certainly. What did you have in mind? Король. I'll keep an eye out for a good cow to purchase. Certainly. What did you have in mind? I'll see to it at once. Certainly. What did you have in mind? I'll see to it at once. Certainly. What did you have in mind? I'll see to it at once. Certainly. What did you have in mind? Тогда я пойду. Кстати, у меня подарочек. Честь тебе, Тан. Lead on, Thane. My blade is always yours to command. Yes, my Thane. Do you need something? Of course, Thane. How can I be of service? Дейдрическая броня. А, дейдрическая. Ну, дейдрическая лучше как-то звучит. Да. Пошли. Вот такой у нас лорд Даэтра. Он же по совместительству управляющий. Я все еще тут. Да, мы уж видим. Пошли. Почему мы остановились? В чем дело? Тогда веди. Почему мы остановились? В чем дело? Ладно, что? Что? Не хочет тебе. И все? Не хочет становиться обратно управляющим. Ну а что? Неправильное место. Yes, my Thane. Do you need something? Yes, Thane. Be careful. I await your orders, Thane. I'll stand guard here.
Мы идем? Тогда я буду здесь. Он не хочет и все. Не хочет трясти. I await your orders, Thane. My blade is yours to command, Thane. Заведем ее в дом. Yes, my Thane. Do you need something? Не хочет. Значит, Олив из управляющих обратно не взять. Пошли. Ну, костюмчик симпатичный. Ладно. Всем успехов.